Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать домик для улитки. Понадобятся вот такие вот листики с винограда. Вот так вот. Надо. Еще вот такой вот клевер молодой. Вот так вот можно положить. Вот так вот. Это самый простой вариант. Дальше. Берем улитку, сейчас я возьму. Вот такая вот она. Ложим. Она там распопрается, и нужна вода, можно не чисто туда налить. Вот так вот плеснуть. Ей нужна влага. Если нету влаги, она сворачивается, засыпает и лежит. Сейчас накрою крышечкой. Сейчас я покажу, что получилось. Вот такой вот домик для улитки. Самый простой вариант. Есть она виноград, клевер, на все листики, кроме калины. Всем пока!